Всем привет! В этом видео я покажу, как можно записать образ image на флешку. К примеру, у нас есть образ. Вот мы скачали дистрибутив FreeBSD memstick. Если мы посмотрим его свойства, то мы видим, что это файл образа в формате .image. Это файл отличается от образа ISO, то есть при помощи программы Ultra ISO его не записать. Его можно записать следующим образом. Я использую программу Win32 Disk Imager. Ее можно скачать либо с официального сайта, либо у меня на странице. Ссылка скачать. Все ссылки будут в описании к видео. Жмем ссылку скачать. Так, скачивается архив. Вот у нас он скачался. Его можно распаковать, либо открыть. Запускаем файл установки. Программа бесплатная. Итак, программа установлена. Запускаем ее от имени администратора. Вот так выглядит программа. Программа простая, буквально несколько кнопок. Чтобы записать образ на флешку, вставляем нашу флешку. Вот наша флешка. Ее желательно отформатировать. Так, диск отформатирован. Запускаем программу. У нас уже по умолчанию диск F выбран. Поле девайс — это наша флешка. В поле image file мы выбираем наш образ и жмем кнопку write. Программа нас предупреждает то, что все с флешки будет уничтожено. Подтверждаем, жмем ok. Пошел процесс записи. Запись закончена. Наша флешка с образом готова. Теперь мы можем загружаться с нее и устанавливать операционную систему.